Я должен отрицатель. Я не понимаю, что это тунеядство. Вот есть такое выражение конфуз, если я не ошибаюсь, что займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь ни одного дня в жизни своей работать. По-моему, так, я не берусь за точные цитаты. Меня можно назвать тунеядцем. Я занимаюсь своим любимым делом, я сочиняю песни. Что такое сочинять песни, я не понимаю. И мне за это еще платят деньги. И я не работаю много лет. А я работаю тогда, когда хочу. И мне страшно попасть в список тунеядцев. Не хочу я этого. Поэтому я считаю, что это такая, громкий хлопок с красивым названием.